И снова здорово, с вами Маркус, и у нас новая неделя, новые скидки и бонусы в GTA Online. Сейчас я вам о них все расскажу. А перед началом ролика я советовал бы вам зайти в мою группу по прокачке. Качаем быстро, дешево, а самое главное без бана. Зачем качаться сутками, если за сотку можно получить все, что вы хотите? Ссылочка в описании. Ну а если ты новичок и зашел узнать о новой неделе, то подпишись на мой канал. Я каждую неделю рассказываю о всех скидках и бонусах и делаю видосики для фарма. Ну а перейдем же к неделе. Первое и, на мой взгляд, печальное, что хотелось бы сказать, это разблокировали трицикл. Хорошо, что его разблокировали, но печально, что это последнее транспортное средство. Что о нем можно рассказать? Во-первых, что его цена 670 тысяч долларов, это обычное. Но если вы проходили казино и взяли его как транспорт для отхода, то он вам обойдется в 502 500 долларов. На мой взгляд, лучше на него вообще не тратиться, потому что трициклы в серии в GTA не особо хорошо получались. Призовой транспорт на подиум казино Overfold Immersion. Да, у меня был на него уже обзор, и что я хочу сказать, на халяву его можно выбить, но покупать я никому его вообще не советую, даже если у вас дохренища денег. Также с учетом того, что вышел Нагасаки и Overfold стоит на подиуме казино, разблокировали две футболки, это белая футболка Нагасаки, вот такая вот веселенькая, и футболка Overfold. Если вдруг у вас настолько нету денег, то вот халявные вам футболки. Перейдем же к скидкам. На этой неделе у нас Rockstar прям сильно зажмотили скидки, и их прям можно пересчитать на пальцах одной руки. Первое, это 35% на Runner 2000. Если вы проходили задание в офисе, специальные задания Security Surf, то он вам обойдется практически в 3 миллиона. Ну а если нет, то ценник будет в 4. Я бы советовал вам его купить, если вдруг в сессии есть игроки, которые всех задал будут на опрессорах. То есть вы можете взять специальное задание, взять Runner с этого задания, потому что без раннера купленного оно у вас не запустится, и вы просто раскидаете этих петухов только так. Скидка 35% на скранджет, но он вам понадобится только в некоторых моментах, то есть это испытание на самый длинный полет транспортного средства и на самую большую скорость. Это, в принципе, самый легкий метод, чтобы выиграть, но стоит ли это таких денег, решать уже вам. А также на нем есть такие же агильные ракеты, как и на байке. Так, к факту. И также скидка 35% на кастомную версию Султана, то есть если вы закатитесь к Бенни, скидочка будет 35% на кастомизацию обычного Султана в Султан РС. И также скидка 35% на ПКП, то есть подвижной командный пункт, плюс ремонт к нему, плюс передние и задние турели и раскраски к ПКП. ПКП я советую всем прикупить, если у вас нет других предприятий, а есть бункер, то ПКП вам в принципе поможет, можно прокатить оружие до версии Mark 2 и тюнинговать некоторые транспортные средства по типу инсургента пикап, доведя его до кастомной версии. Если вдруг вы подписчик Twitch Prime, то для вас будет те же самые скидки, что и на прошлой неделе, плюс скидки на жабу, на нее у меня тоже был обзор в свое время, и также дополнительно 10% ко всем перечисленным до этого. Также, как и обычно, поменялись испытания на время, теперь оно называется от и до, и дает нам времени 4 минуты и 9 секунд, но это вы увидите в следующем ролике, а то и завтра. И также испытания на RC. Будем мы на этот раз кататься на электростанции. Ну а перейдем же к самому сладенькому. Это двойные выплаты. Первое, это серия противоборств, бункер и база. На все вариации данных заданий, что на бункере, что на базе, у вас будут идти двойные выплаты. Тем, кто не играл, советую поиграть. Те, кто играл, советую просто пофармиться. Я уверен, что в данный момент на данных двойных выплатах будет много народу играть. И самое главное, это двойные выплаты за продажу оружия из бункера. То есть сейчас при максимальных модификациях и при полной загруженности бункера можно за раз получить 2 миллиона 100 тысяч долларов. Всем советую фармиться, в принципе, очень удобно загрузить сырье в бункер и играть в каких-нибудь сериях противоборств или заниматься тем же самым ограблением казино, ну или как-нибудь по-другому. Ну а на этом все бонусы и скидки данной недели закончились. Да, на этот раз Rockstar нас очень-очень сильно огорчили, с учетом того, что скидок было прям очень мало. Ну а кому понравился данный ролик, подписываемся на мой канал, а я и дальше буду выпускать более качественные ролики. Всем удачи, а я удаляю.